Жалобы есть? Нет, пока. Жалобу сразу скажем. Блин. Давайте хоть эту руку. Проверим пульс. Ежедневный медосмотр, строгие правила и большая ответственность за жизни людей вот уже 40 лет не смущают Владимира Козырева. Водителя троллейбуса он сбежал с работы на заводе. Стены, говорит, давили. Хотелось больше воздуха и движения. Теперь этого хоть отбавляй. И в 1975 году я в декабре пошел учиться на водителя троллейбуса. И с тех пор, не меняя профессию, работаю. Молодых водителей того выпуска сразу поставили на самый сложный маршрут – четверку, рассказывает Владимир. Потому что ребята все серьезные были. Сейчас мужчина работает сразу на нескольких маршрутах. И троллейбусы поновее, и движение, много движения. Ну, люди как-то культурнее сейчас, пассажиры вот так. Раньше битком эти ездили. Пассажир требует уважения, и ты его обеспечь. Девиз Владимира Козырева. Многих он уже знает лично и даже угадывает, на какой остановке и в какое время кто зайдет. Если человек опаздывает, обязательно подождет. Пассажир больно как-то, я говорю, на меня никто не должны так-то обиду писать или как-то. Я для них, они для меня. Вот и все, я такой человек простой. Крепко держаться за баранку и вовремя доставить пассажиров в место назначения. Миссия, которую Владимир Козырев выполняет каждый день.